Как нам известно, на Украине находятся иностранные наемники для поддержки конфликта, направленного на захват и удержание власти Госдепом США. При этом переворот возглавили лица еврейской национальности. Некоторые из них объявили себя губернаторами. Чем же объясняется присутствие частных военных компаний на Украине? Все западные и военные компании создаются на основе чьих-то корпоративных интересов. Эй, смотри, частная охрана. Эй, давай ближе. Видишь этих ребят? Частные контрактники, им платят 700 баксов в день. Мне платят 7. Да, но знаешь, чем им приходится заниматься? Им приходится... Дуайт! Сегодня в мире зарегистрировано и работает более 450 частных военных компаний по всем направлениям деятельности и относящихся к определенным типам частных компаний. Первыми на заре своей деятельности были компании военных услуг, осуществляющие непосредственную тактическую поддержку в ходе боевых действий, включая непосредственное участие в боевых операциях. Со временем такая деятельность была свернута и возобновилась с приходом оранжевых революций в Ливию, Сирию и другие страны. Так ЦРУ только в последнее время завербовало более 6 тысяч арабских, афганских и турецких наемников для совершения терактов в Сирии. По материалам прессы, вербовку по заказу ЦРУ ведет все та же американская частная компания Blackwater. Вооруженным формированием оппозиции в Сирии США дополнительно выделили 15 миллионов долларов и поставили переносные зенитно-ракетные комплексы. Наиболее распространенные частные военные компании – это компании военного консалтинга, осуществляющие стратегическое планирование, реформирование вооруженных сил, тренировку армейских подразделений, переподготовку офицерского и технического состава. И компании военной логистики, занимающиеся тыловым обеспечением войск и строительством военных объектов на территории других стран. Их обслуживают армейские компьютерные системы или сложные системы вооружений. Присутствуют на рынке и частные охранные компании или компании по безопасности, занимающиеся в сфере кризисного менеджмента, оценки рисков, консалтинга по безопасности, охране объектов, предоставлении телохранителей, разминированию, обучению подразделений армии и полиции. Еще одной отраслью деятельности частных военных компаний являются авиаперевозки. Так, американская частная военная компания DynCorp в 2009 году получила контракт на 915 миллионов долларов от Госдепа США по организации воздушных перевозок и обеспечению безопасности с воздуха дипломатических представительств США, что очень удобно для вывоза различных ценностей с оккупированных территорий. В современном мире появлению в кризисных регионах частных военизированных компаний и служб безопасности благоприятствует целый ряд факторов. Главную причину растущей популярности ЧВК следует искать в трансформации мировой экономической системы и ее глобализации. Современные транснациональные корпорации, располагающие сотни миллиардов долларов, нуждаются в защите своих интересов ничуть не меньше, чем государство. Включение в эти процессы регулярных армий – процесс долгий и сложный, иногда не совсем оправданный в военно-политических последствиях, а затраты на поддержание лояльности бюрократического аппарата сравнимы с расходами на содержание собственной службы безопасности. Именно поэтому корпорации предпочитают неповоротливым армиям отряды оперативного реагирования частных военизированных компаний. Впрочем, еще более важным является то, что через эти компании можно без контроля американского налогового ведомства получать доходы заведомо завышенными ценами на услуги. Немаловажное значение имеет и то, что в современном обществе люди с усердием исполняют свои обязанности по отношению к частному работодателю. Понятие «долга» по отношению к государству все более и более размывается.
Впрочем, меняется и само отношение к частным военным структурам. И теперь для них это обычная и легальная работа с определенными рамками, законами полномочий. Кстати, если полковник Вачко в своей книге «Спецназ России» призывает использовать спецназ для защиты российского бизнеса за границей, то для западных стран логичнее в таких вопросах использовать все те же частные военные компании, нежели спецподразделения армии и полиции. Министру обороны США придется решать вопрос со скандально известной компанией, обвиняемой в тесных связях с правительством. Частная военная компания Academy, ранее известная под названием Blackwater, оказалась замешана в деле о контрабанде оружия, но отделалась лишь предупреждением. Учитывая то обстоятельство, что в 1991 году всех граждан СССР дезинформировали о том, что нашего государства не существует, оторванные от России республики постепенно стали превращать в конгломераты, сначала запустив процесс приватизации, а затем транснациональные корпорации стали скупать у местных олигархов объекты производства, землю и другие ресурсы. Здесь хочу уточнить, что для западных ТНК является ресурсами. Земля и ее недра, рынок сбыта продукции, стратегические объекты, специалисты различных областей, дети, девушки, человеческие органы. Это основное. В данном случае то, что происходит сейчас на Украине, и есть экспансия западных транснациональных корпораций, которые уже скупили, как они считают, достаточно для того, чтобы окончательно установить свой протекторат, а затем зачистить население для завоза мигрантов из США, Латинской Америки, Израиля и Европы. Все это расписано в английском проекте внутреннего перемещения. В марте этого года появилась информация, что в Киев прибыло около 300 сотрудников частной охранной корпорации «Академи», головорезы с автоматами, гранатометами и снайперскими винтовками. Это одно из крупнейших охранных предприятий Соединенных Штатов Америки. Ранее корпорация именовалась Blackwater, но после череды громких международных скандалов она несколько раз переименовывалась. Сейчас штат Академии состоит из почти 20 тысяч контрактников, которые занимаются в горячих точках всем, от охраны лидеров до обслуживания ударных беспилотников, от снайперской охоты до доставки туалетной бумаги на линию фронта. Эти солдаты удачи не боятся пролить чужую кровь. Так, в 2007 году охранники Blackwater, обеспечивающие безопасность дипломатического конвоя Госдепа США в Ираке, устроили перестрелку. В результате погибли 17 мирных жителей, включая детей. Сотрудников корпорации неоднократно ловили на незаконной торговле оружием и людьми. В Афганистане они не раз попадались на контрабандном вывозе из страны героина. Но что такое 300 головорезов на всю Украину? На самом деле их гораздо больше. Содействуют оккупантам в таких делах украинская еврейская олигархия. Кстати, эта же олигархия содержит футбольные клубы, на основе которых взращиваются фанаты-зомби-биороботы, задачи которых – создавать очаги конфликтов и осуществлять рейдерские захваты различных объектов. В этом случае бандформирование «Правый сектор» выступал на стороне западных транснациональных корпораций и их смотрящих – Коломойского, Таруты, Пинчука, Порошенко и прочих евреев. На стороне и для защиты интересов местной клановой олигархии, партии регионов, выступали так называемые «тетушки» – спортсмены и хулиганы. И те, и другие шли проливать кровь за интересы жидовствующих. Как обычно, славян стравливают друг с другом, чтобы власть досталась инородцам. Намедни на сайте «Украинской правды» появилась статья «За кулисами правого сектора».
Там, в частности, показана роль известного на Украине своими выступлениями Сергея Разумовского. Это один из толпы десятников правого сектора. Однако у Разумовского есть свои амбиции, и они не обязательно соответствуют планам его подельников. Так, например, было, когда он состоял в титульном суверенном народе Украины, а потом попытался отжать эту аферу у координатора ТСНУ, жителя Чернигова Олега Брылева. Чтобы понять роль ТСНУ, давайте обратимся к истории. СССР, присоединивший в 1939 году западноукраинские земли, не мог оставить без внимания одиозную фигуру нового вождя, претендующего на политические цели в Советской Украине, Андрея Мельника и его спецслужбы. Не помешало этому и начавшаяся война, в которой Мельник принял самое активное участие, опираясь на спонсоров в Западной Европе и среди диаспоры украинцев в мире. Мельник тогда возглавлял организацию украинских националистов, основные центры которой находились в Польше и Берлине. Про Бандеру еще никто не знал. Тогда НКВД пришлось выбирать из двух зол меньшее – усиливать АУН Бандеры и ослаблять наиболее опасную для них АУН Мельника. Тем более, что они неприкрыто враждовали между собой. В конечном итоге все-таки получилось, и после победы СССР разбирался уже не с организацией мирового уровня, а с разрозненной шайкой отчаявшихся людей, оставленных на произвол перед лицом победоносной армии и очистных войск по очистке тыла. Вот благодаря созданному мифу и бесструктурному управлению НКВД АУН Бандеры и удалось сломить сопротивление на Западной Украине. Бандера просто не сумел содержать ту армию, которая существовала у Мельника. Он был беден, и ему не доверяли деньги западные спонсоры. Поэтому армия УПА превратилась в набор небольших групп, больше сидевших в темных схронах и кормивших вшей. По истечении определенного времени все вздохнули с облегчением. Советской власти была объявлена амнистия, и все прегрешения украинских повстанцев были списаны на человека с плешью, имя которого стало нарицательным во всем мире. Так что бандеровцы даже не знают, что их кумир всего лишь креатура москалив из НКВД, и его личность ничтожна по сравнению с личностью Андрея Мельника, реального организатора сопротивления на Украине. Бандера – это мальчик для битья, на манер Сашки Билова в современной истории. После начала операции «Барбаросса» ее сторонники и члены походных групп стали систематически уничтожаться структурами АУН Бандеры, имеющей целью формирование суверенной соборной украинской державы с вождем Степкой Бандерой. Однако несколько лет назад на экстерриториальном правовом поле появляются судари из ТСНУ и продают удостоверение человека коренного народа Украины, в которых написано, что его владельцы имеют экстерриториальные привилегии, а именно освобождение от государственного налогообложения, неподсудность государственным судам, неприкосновенность имущества и так далее. Олег Брилев и его окружение провели довольно кропотливую работу по обнаружению дыр в украинском законодательстве и даже помогли многим понять, что Украина – это не государство, а всего лишь корпорация, в которой они хотели найти место для себя и обогатиться. Наверняка эту их затею сопровождали спецслужбы, и ТСНУ – это лишь продолжение бандеровской суверенной соборной украинской державы для расчленения Украины.